To get fed up — это когда вас что-то достало. Сыт по горло, мы говорим, да? Сыт по горло. Вот это английский! Здравствуйте! Я не просто так сегодня сижу перед вами в майке, а по двум причинам. Во-первых, на улице жуткое жарище. Во-вторых, я разбираю интервью с Фредди Меркьюри, и поэтому я просто обязан сидеть в майке, пока это делаю. И вот вам единственное, что остается понять. Сделал ли я интервью с Фредди Меркьюри для того, чтобы сидеть в майке? Или я сижу в майке для того, чтобы снять видео про Фредди Меркьюри и разобрать его речь. Так что вот тут я честно вам не скажу, оставлю догадки все за вами. Видео нам предстоит очень интересное. У нас будет беглая речь, будет брать интервью немец, а Фредди сам британец, поэтому он будет говорить с британским акцентом очень быстро, очень неразборчиво, но вы не волнуйтесь, я вам все, как всегда, разжую, все будет интересно. А также, кстати, Фредди будет очень много и смешно шутить своим смешным британским юморком, что мне лично очень понравилось. Я вообще огромное удовольствие от этого интервью получил. Надеюсь, получите и вы. Поехали. Но перед началом минутка рекламы. Сегодня рекламная интеграция Inglix, как и часто это бывает на моем канале последнее время, вы, наверное, заметили, что я с Inglix работать стал на постоянной основе, чему я несказанно рад, потому как школу Inglix рекомендовать мне чрезвычайно легко, они никому ничего не обещают волшебного, никаких там выучить за месяц, заговорить за неделю и прочее, у них все вот четко, они предлагают стоимость, предлагают выбрать преподавателя русскоязычного или англоязычного, время урока, график вам подходящий подобрать. То есть все, как и должно быть в нормальной онлайн-школе, без каких-либо подводных камней подобных. Вот, поэтому рекламировать их мне всегда очень легко. И сегодня я просто напомню вам о том, что у вас есть возможность записаться на бесплатный пробный урок по ссылке в описании к этому видео. Также по промокоду вот это вы получите скидку 35% на первую оплату занятий с русскоязычным преподавателем. Все ссылки и промокоды продублированы в описании, так что заходите и записывайтесь на занятия в онлайн-школу Inglix. You're gonna bring this whole kid into your apartment? I'm like, you don't get rich by sitting behind it. Und Gesicht meistens heute. Okay. How does it feel at the end of a day like that? Do you like your job in an evening like that? I love my job, but I hate talking to people like you. Thanks. No, do you mean it? I love it right now because I said earlier on, you're the last person I'm talking to, so you probably get the best interview, darling, don't worry. Так, вот давайте по небольшим кусочкам разбирать, потому что будет достаточно слов и выражений, чтобы запутаться на большом участке, поэтому будем брать по чуть-чуть. Und Gesicht meistens heute. Ну вот, как мы слышим, уже немцы берут интервью. How does it feel at the end of a day like that? How does it feel? Как чувствуется at the end of the day like that? At the end, в конце, of the day, дня, like that, как этот. Типа, каково это? Мол, как вы себя чувствуете в конце такого дня, like that? Do you like your job? Do you like your job? Говорит немец, видите, у него очень мягкие do you like, а не do you like your job, а не job. Поэтому чувствуется прям немецкий акцент. Не такой жесткий, а наоборот, у него все гласные, а наоборот, у него все согласные очень мягкие. How does it feel? It's... Даже не feel, а feel. Feel. How does it feel? The end of a day like that. Do you like your job? Do you like your job? Do you like your job? Вам нравится ваша работа? In an evening like that. In an evening like that. В вечер like that. Как этот. В такой вечер. Вам нравится ваша работа? I love my job, but I hate talking to people like you. Ну и Фредди сразу начинает разговор с I love my job. Мне нравится моя работа. But I hate talking to people like you. Но я ненавижу разговаривать с людьми такими, как ты. I love my job, but I hate talking to people like you. Thanks. No, do you mean it? I love it right now because I said earlier on. Ну, он шутит, конечно же, потому что он британец, ему положено такие шуточки отпускать. But I hate talking to people like you. Thanks. Thanks, говорит немец. No, do you mean it? I love it right now because. No, I love it right now. I love it. Мне очень нравится right now, прямо сейчас. As I said earlier on. Because I said earlier on. Потому что я сказал ранее. Earlier. Earlier, в принципе, просто раньше обозначает. Earlier on обозначает раньше, как бы в ходе нашего разговора. То есть раньше в ходе чего-то. И вот в словаре мы запишем earlier on. Ранее. Например, I photographed his friend earlier on this evening.
Я сфотографировал его друга ранее этим вечером, то есть в течение чего-то, вот это он будет передавать. И вот Фредди говорит, as I said earlier on, как я и сказал, ранее. No, I mean, I love it right now, because I said earlier on, you're the last person I'm talking to, so... You're the last person, ты последний человек, I'm talking to, с кем я разговариваю. So, you probably get the best interview, darling, don't worry. You'll probably get the best interview. Ты, возможно, получишь the best interview, лучшее интервью, darling, дорогуша. Don't worry, типа, не парься, все нормально. Что он сначала так шутканул над ним, а так, ладно, расслабься, сейчас нормально с тобой поболтаем. Talking to, so you probably get the best interview, darling, don't worry. Don't worry, он говорит в конце, очень неразборчиво, еще раз послушайте. Прям так мурлыкает. Talking to, so you probably get the best interview, darling, don't worry. Так, вот до сюда мы послушали, и теперь еще раз уже полностью на слух. Он Gesicht meistens okay. How does it feel at the end of a day like that? Do you like your job in an evening like that? I love my job, but I hate talking to people like you. Thanks. No, do you mean? I love it right now because I said earlier on, you're the last person I'm talking to, so you probably get the best interview, darling, don't worry. I mean the whole thing like this afternoon when you have to talk to so many journalists, what goes inside? Well, it's part of my job, so I have to do it. We don't do it that often, so I mean it's like, this is the first kind of press conference we've had for a long while, you know, 3, 4, 5 years maybe. So I don't mind it. If I had to do this every day, forget it. Do you sometimes have the feeling that, I mean, obviously people are asking the same questions all the time, that it's they always your do. Music is your statement and not the talking? No, I think it's more than music, you know, we're personality, so you talk about more than music. I mean, if all you talked about was music, depending on if you're a music paper, then you talk about music. Так, вот до сюда давайте возьмем, а то я что-то сослушался его сильно. Давай. I mean, the whole thing like this afternoon when you have to talk to so many journalists. I mean, говорит немец, я имею в виду the whole thing, вся эта вещь, то есть все, the whole thing, все вот это вот. This afternoon when you have to talk to so many journalists. This afternoon, этим днем, when you have to talk, когда ты должен говорить to so many journalists, с таким большим количеством журналистов, с многими журналистами. I mean the whole thing like this afternoon when you have to talk to so many journalists. When you have to talk to so many journalists. What goes inside? Well, it's part of my job. Well, it's part of my job. Это часть моей работы. So I have to do it. We don't do it. I have to do it. Я должен это делать. What goes inside? Well, it's part of my job. So I have to do it. We don't do it that often. And we don't do it that often. And we don't do it. И мы не делаем это that often. Так часто. Он, кстати, говорит не often, а often, что опять же подсказывает нам, напоминает о том, что он британец. Вот давайте послушаем often, как произносит американец. Often. 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 Often британец. Вот у него как раз британская версия. Journalists. What goes well, it's part of my job, so I have to do it. We don't do it that often, so. We don't do it that often. Мы не делаем это так часто. And it's like, this is the first kind of press conference we've had for a long while. This is the first kind of press conference. Это первая kind of что-то типа press conference, пресс-конференция. Often, so I mean, it's like, this is the first kind of press conference we've had for a long while. We've had for a long while, которую мы имели, которую мы проводим, да? For a long while, на протяжении долгого времени. Давайте запишем for a long while. Точнее, in a long while, он сказал, долго. It's the first press conference we've had in a long while, в долгое время. И пример теперь. For the first time in a long while, I see a possibility of friendship. For the first time, в первый раз, in a long while, в долгое время, I see a possibility of friendship. Я вижу возможность дружбы. Ну, дословно, в долгое пока что. То есть как-то особо это не складывается в наше понимание этой фразы, поэтому понять ее сложно. Просто запомните ее. In a long while. В долгое, в то время как. То есть давно очень. This is the first kind of press conference we've had for a long while. А, нет, все-таки он говорит for a long while. Ну, неважно, вот это прям классическая форма, in a long while, так что ее запишем. 3, 4, 5 years, maybe. 3, 4, 5 years, maybe. 3, 4, 5. 3, 4, 5 years, года, maybe, может быть. So, I don't mind it. If I had to do this every day. So, I don't mind it. Поэтому я, I don't mind, я не возражаю it, этому, да, я не против. 3, 4, 5 years, maybe. So, I don't mind it. If I had to do this every day, forget it.
If I had to do it every day, если бы мне приходилось это делать каждый день, forget it. Забудьте об этом. Даже не просите. I don't mind it. If I had to do this every day, forget it. Вот классно это звучит, forget it. Так что можете тоже себе забрать и использовать в своей речи, будет очень колоритно звучать. Do you sometimes have the feeling that, I mean, obviously people are asking the same questions all the time that... Do you sometimes have the feeling... У вас иногда бывает такое чувство? Do you sometimes have the feeling that... That что? I mean, obviously people are asking the same questions all the time that... Obviously, очевидно, people are asking the same question. Люди спрашивают тот же самый вопрос. Do you sometimes have the feeling that, I mean, obviously people are asking the same questions all the time that... All the time, все время. Do you sometimes have the feeling, у вас иногда имеется чувство, obviously, конечно же, that people are asking the same question, что люди спрашивают тот же самый вопрос, all the time, все время. Do you sometimes have the feeling that, I mean, obviously people are asking the same questions all the time, that it's they always your do. Music is your... They always do. Они всегда так делают, говорит Фредди Меркьюри. They always do. Not the talking. No, I think... И они тут перебивают немножко друг друга, все как мы любим. Журналист говорит, music... All the time, that it's... They always do. Music is your statement. That music is your statement, что музыка — это ваше statement, это утверждение, да? То есть вы общаетесь через музыку. Not the talking. No. Not the talking, а не речью. Ну вот это о том, что Фредди не любит давать интервью, да? У вас бывает такое чувство, что вы говорите через музыку, ваши заявления делаете, а не через talking, да, через разговоры. The same questions all the time, that it's... They always the do. Music is your statement, not the talking. No, I think it's more than music, you know, we... No, no, говорит Фредди Меркьюри, нет-нет. I think it's more than music. Это больше, чем музыка. I think it's more than music, you know, we're personalities. So... We're personalities, мы личности, да, personal, личный, personality, как мы по-русски говорим, да, персональный, persona, personality, личность. So you talk about more than music, I mean... So you talk about more than music. Поэтому говори о больше, чем о музыке. Типа, можешь говорить не только о музыке. If all you talked about was music... If all you talked about, если все, о чем бы ты говорил, was music, была бы музыка. I think it's more than music, you know, we're personalities, so you talk about more than music. I mean, if all you talked about was music, depending on if you're a music paper, then you talk about music. Depending on, ну хотя, да, типа, зависит, конечно, говорит Фредди, if you're a music paper. Music, I mean, if all you talked about was music, depending on if you're a music paper, then you talk... Depending on if you're a music paper. Ну, конечно, если вы, типа, music paper, музыкальная газета, talk about music. Then you talk about music. Тогда, конечно, говорите только о музыке. But there's more to us than just writing songs. But there's more to us. Но есть больше в нас than just writing songs, чем просто написание песен. Да, мы не только состоим в том, чтобы писать песни. There is more to us. Есть больше в нас. Then, чем, и вот это вот. И давайте запишем эту конструкцию, которая звучит очень-очень натурально, да, и красиво. There's more to us than writing songs. Да, есть больше в нас, чем написание песен. There's more to us than music. Есть нас больше, чем музыка. И пример. There's more to life than just muscles. Есть больше в жизни, чем просто мускулы. Вот, например, если вы общаетесь с человеком, который там повернут на спортзале, например, да, и считает это там главным приоритетом своей жизни, к примеру, то вы можете сказать ему: there's more to life than just muscles. Есть больше всякого в жизни, кроме просто мышц, да, есть еще кое-что. Вот, и он говорит еще раз: if you're a music paper, then you talk about music. But there's more to us than just writing songs. There's more to us. Есть больше в нас, than just writing songs, чем просто писать песни. I mean, we do other things. We do other things. Мы делаем и другие вещи. We have characters and... We have characters. У нас есть character, это персонаж, характер, да? У нас есть как бы личность. Depends what you talk about. Depend on what you talk about. Зависит от того, о чем ты говоришь. Other things and we have characters and depends what you talk about. Depends on what you talk about. Зависит от того, о чем мы говорим. Мы многогранные, да, не только все там на музыке повернуты. И теперь вторую часть вот эту переслушаем и продолжим разбор. I mean the whole thing like this afternoon when you have to talk to so many journalists, what goes... Well, it's part of my job, so I have to do it. We don't do it that often, so I mean it's like this is the first kind of press conference we've had for a long while, you know, 3, 4, 5 years maybe. So I don't mind it. If I had to do this every day, forget it. Do you sometimes have the feeling that,
I mean, obviously people are asking the same questions all the time, that it's that your do. Music is your statement and not the talking. No, I think it's more than music, you know, we're personality, so you talk about more than music. I mean, if all you talked about was music, depending on if you're a music paper, then you talk about music. But there's more to us than just writing songs. I mean, we do other things and we have characters and depends what you talk about. So I don't mind it. No. And of course people ask the same questions, because some of the questions are current and they want to know about the same things. So ask me about my solo album then, huh? Yeah, what about your solo album? Oh, it's great. So I don't mind it. No. Поэтому я не возражаю, я не против. I don't mind it. And of course people ask the same questions. And of course people ask the same question. Конечно, люди спрашивают одни и те же вопросы. Some of the questions are current and then... Some of the questions are current. Некоторые из вопросов текущие, да, как бы касающиеся настоящих событий, current. Но вот current — это я так произношу, так как я стараюсь придерживаться американской версии. Current. Current. А он говорит... Current. 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 Опять же, так как у него британская. Current. Он говорит, текущий, нынешний. И примера пока нет. Давайте... И вот такой пример. Who's your current employer? Кто ваш нынешний работодатель? Да, вот на данный момент. И вот он говорит, some of the questions are current. Некоторые из вопросов, они касаются нынешнего, текущего, то, что сейчас происходит, насущного, да? And of course, people ask the same questions, because some of the questions are current, and they want to know about the same things. And they want to know about the same things. И они хотят знать о the same things, одних и тех же вещах. So ask me about my solo album then, huh? So ask me about my solo album then. Ну так спроси меня про мой solo album then, в таком случае, huh? Yeah, what about your solo album? Опять, короче, Фредди шуткует. Ну, вы поняли, да, что, конечно, да, некоторые вопросы насущные, некоторые там хотят знать об одном и том же. Ну, так давай, что ты, спрашивай про мой solo album этот новый. Same questions, because some of the questions are current and they want to know about the same thing. Вот тут уже видно по его лицу, что ему эта шутка в голову пришла, и сейчас она... So ask me about my solo album then, huh? Yeah, what about your solo album? Oh. Yeah, what about your solo album? И интервьюер просто что надо, говорит, yeah, what about your solo album? Ну, тогда, конечно, что там с твоим solo album? It's great. It's great, говорит Фредди Меркьюри. Он великолепный, в чем мы, конечно, не сомневаемся. И теперь вторую часть переслушаем и немножечко вперед заглянем, чтобы тоже разобрать еще кусочек. More to us than just writing songs. I mean, we do other things and we have characters and depends what you talk about. So I don't mind it. No. And of course people ask the same questions, because some of the questions are current and they want to know about the same things. So ask me about my solo album then, huh? Yeah, what about your solo album? Oh, it's great. Of course it is. Does it sound different? Yes, it sounds... I heard you had it hopefully it's not finished yet, see, so I don't know how it's going to come out. But at the moment I've worked on it for about... 2 months, 2 or 3 months, and I was supposed to finish it before the Queen tour, but I needed a bit more time. And it's sounding good. It's nice to actually play with different people, because I've always played with Queen all the time. And давайте вот до сюда. Но сегодня я побольше хочу сделать разбор, чем обычно, потому что мне очень нравится это интервью, и оно достойно внимания отдельного. Of course it is. Of course it is, говорит интервьюер. Помните, он говорит, типа, it's great, великолепный альбом. Он говорит, ну, конечно, великолепный. Does it sound a bit different? Does it sound a bit different? Он звучит немножко по-другому. Yes, it sounds... Hopefully it's not... Yeah, it sounds... Да, он звучит... Hopefully it sounds... Hope — это надежда. Hopeful — полной надежды, да? Hopefully, как бы, я надеюсь. Hopefully it sounds... Но он не договорил эту фразу, но, тем не менее, я вам ее сказал, потому что вы ее услышали. Not finished yet, see, so I don't know how it's... Yes, it sounds... Hopefully it sounds... It's not finished yet, see. So it's not finished yet. Он еще не закончен. It's not finished yet. Пока что. So I don't know how it's gonna come out, but... So I don't know how... Поэтому я не знаю, как it's gonna come out. Он выйдет. То есть каким он получится. Hopefully it's... It's not finished yet, see, so I don't know how it's gonna come out, but... At the moment, I've worked on it for about 2 months. But for the moment, но на этот момент, I've worked, я проработал. At the moment, I've worked on it for about 2 months. At the moment, в этот момент, I've worked on it, я проработал над ним
for about, на протяжении около, 2 months, 2 месяцев. Довольно сложно, особенно если вы начинающий. Еще раз, внимательно. I'm gonna come out, but at the moment I've worked on it for about 2 months. At the moment, в этот момент, то есть на данный момент, I've worked on it, я проработал над ним, да, я уже работаю над ним, for about, на протяжении около 2 months, 2 месяцев. Two or three months. Two or three months, 2 или 3 месяца. And I was supposed to finish it before the Queen tour. I was supposed to, я должен был, да, я намеревался, I was supposed to finish it, закончить это, закончить его. I was supposed to finish it before the Queen tour. Before the Queen tour, до тура группы Queen. But I needed a bit more time. But, но I needed a bit more time. Мне понадобилось немного больше времени. And it's sounding good, I've got... And it's sounding good. И он звучит хорошо. I've got, у меня есть... It's nice to actually play with different people, because I've always played with Queen all the time. Так, это, по-моему, мы еще не брали, поэтому не будем переводить. Переслушаем просто теперь вот эту вторую часть. Точнее, третью уже часть. Sounds... Или четвертую, я уже запутался. It's not finished yet, see, so I don't know how it's gonna come out. But at the moment I've worked on it for about 2 months, 2 or 3 months, and... I was supposed to finish it before the Queen tour, but I needed a bit more time. And it's sounding good. I've got. It's nice to actually play with different people, because I've always played with Queen all the time. And so I had a, you know, there's a drummer from, the session drummer from Munich, and a guitarist from Munich. So basically, all German players. And it's made my song sound different, you know. You would. Вот эту часть еще разберем. And it's sounding good. I've got. It's nice to say. It's nice that I actually play with different people. That I actually play with different people. Что я на самом деле actually действительно play with different people. Играю с разными людьми. It's nice that I actually play with different people. It's nice to say I actually play with different people, because I've always played with Queen all the time. Because I've always played with Queens all the time. Because I've always, потому что я всегда played with Queen. Играл с группой Queen all the time, все время. It's nice to say I actually play with different people, because I've always played with Queen all the time. And so I had a, you know, there's a drummer from, the session drummer from... There is a session drummer. У меня есть session, сессия, drummer — это барабанщик. Сессионный барабанщик, но имеется в виду для записи студийной, наверное, да? I've got a session drummer from... Munich. Munich, из Мюнхена, по-моему, или как он называется? Да, Мюнхен. Мюнхен, а не Мюних. Пардон всем, кто смотрит меня из этого города. Я там ни разу еще не был. Но я думаю, как-нибудь обязательно побуду. Мюнхен. Тогда и запомню название. Queen all the time, and so I had a, you know, there's a drummer from, the session drummer from Munich. The session drummer from Munich. У меня вот барабанщик из Мюнхена. And a guitarist from Munich. And a guitarist from Munich. И гитарист из Мюнхена. So basically, all German players. Basically. Так-то, да, basically, в основном, all the German players, все немецкие игроки, ну, игроки в группе, да, имеется в виду. And it's made my song sound different, you know. And it's made my songs sound different. Это сделало мои песни, да, заставило мои песни sound different, звучать по-другому. All German players, and it's made my song sound different, you know. You know, понимаешь? To people outside. Так, вот этого еще не было, и теперь переслушиваем и слушаем еще дальше. I was supposed to finish it before the Queen tour, but I need a bit more time. And it's sounding good. I've got. It's nice to actually play with different people, because I've always played with Queen all the time, and so I had a, you know, there's a drummer from, the session drummer from Munich, and a guitarist from Munich. So basically, all German players. And it's made my song sound different, you know. To people outside, it sometimes feels funny that, or special, that there are so many solo projects, whereas the band is still going as well on the side. How would you analyze the influence of the solo stuff for the band when you come back together again? Is that an advantage that you're four strong writers who also do stuff on your own, or does it? Yes, I think.
In a funny way, I thought, because I think this is one of the few groups that all four members write, and I thought that we'd be doing solo albums much before this. But I think, in a funny way, when we do a Queen album, they're like four solo projects within themselves anyway, because, I mean, I have my bunch of songs, Brian has his, Roger and John, and so it's like four little solo projects working side by side, and then we put them all together. So I think that was the reason that we didn't actually go and do solo projects earlier on. I mean, if we were writing all the same kind of songs, then we would have gotten fed up and said, oh, I want to do my solo album first. But we're all writing different songs, so it keeps us interested. Так, вот до сюда теперь тоже здоровый кусок вышел, но ничего, мы справимся. To people outside it sometimes feels... To people outside, для людей снаружи, не в индустрии, я так понимаю, незнакомых. To people outside, it sometimes feels, это иногда чувствуется... Different, you know. To people outside, it sometimes feels funny that... Or... It feels funny, чувствуется забавно, да, то есть кажется странным. To people outside, it sometimes feels funny. Or special that there's... Or a special, или вот он исправился немножко, funny звучит, может быть, немножко уничижительно, да, feels funny, кажется, с таким-то странноватым, чудаковатым, но он исправился на не funny, а как он outside там? It sometimes feels funny that, or special that... Or special, он исправился с funny на special, особенно, да, то есть как-то не смешно, а наоборот, как изюминка, но, в принципе, значение схоже, да, feels funny, мне это кажется странноватым, а feels special кажется тоже необычным, но уже в хорошую сторону. That there are so many solo projects. That there are so many solo projects, что есть столько много solo projects, solo проектов, да, имеется в виду отдельно каждого из участников группы. Whereas the band is still going. Whereas, где или в которых, whereas, давайте запишем. Ну, как определение, правильно будет записать в то время как, поэтому именно так мы и запишем. В то время как, тогда как, поскольку... The old system was fairly complicated, whereas the new system is really very simple. The old system, старая система, was fairly complicated, была довольно сложной. Whereas the new system, в то время как новая система, is really very simple. Действительно очень легкая. И вот он говорит, что там еще раз. Special that there are so many solo projects, whereas the band is still going. Whereas the band is still going. В то время как the band, ваша группа, is still going. Все еще продолжает, да? То есть группа все еще существует, все еще выступает. So many solo projects, whereas the band is still going as well on the side. As well on the side. Также на стороне. Вот как-то странно предложение это построил. Короче, что the band is still going, а еще есть solo projects в то же время. Типа как так, да, что вы и в одной группе выступаете, и все, каждый там занимается чем-то своим на стороне. How would you analyze the influence of the solo stuff? How would you analyze, как бы вы проанализировали the influence, влияние of the solo stuff, всей этой сольной штуковины? On the side. How would you analyze the influence of the solo stuff for the band when you come back together again? For the band, на группу, when you come back together again, когда вы сходитесь обратно вместе снова, когда вы опять снова начинаете выступать. How would you analyze the influence of the solo stuff for the band when you come back together again? Is that an advantage that you're for? Is that an advantage? Это преимущество? That strong writers who also... That you are four strong writers. Что вы четверо сильных writers. Писателей. You come back together again. Is that an advantage that you are four strong writers who also do stuff on your own? Or who also do stuff on your own. Которые также делают stuff всякое on your own. Дословно. На твоем собственном, то есть сами по себе, on your own. Yes, I think in a funny way, I thought because I think this is one of the few groups that all four members write, and I thought. Так еще раз. Stuff on your own, or does it? Yes, I think in a funny way, Yes, I think, да, я думаю, in a funny way, опять в забавном пути, дословно. То есть каким-то таким забавным образом так получается, in a funny way. If you look at him carefully, in a funny way, he's rather beautiful. If you look at him carefully, если на него посмотреть повнимательнее, in a funny way, каким-то таким странным образом выходит, he's rather beautiful, он довольно прекрасный.
вот, ну, каким-то забавным образом я тут написал. В общем, вы поняли, да? In a funny way, как-то так вот выходит. Stuff on your own, or does it? Yes, I think in a funny way, I thought because I think this is one of the few groups that all four members write, and I. Там он несколько раз сбивается, прежде чем начать, но вот начинается осмысленное предложение с фразой «There's just few groups», есть всего несколько групп, то есть мало какие группы существуют, «where all four members write», где все четыре члена группы write, пишут. То есть есть же исполнители, музыканты, а есть писатели. Вот он говорит «there are just few groups», всего несколько групп, или, точнее, правильно сказать, мало групп, немного групп, «where all four members write», где все четыре члена группы пишут. Anyway, I thought because I think this is one of the few groups that all four members write, and I thought that we'd be doing solo albums much before this. And I thought groups that all four members write, and I thought that we'd be doing solo. And I thought we'd be doing. И я думал, мы будем делать solo albums, solo альбомы. Albums much before this. Much before this. Много ранее этого, то есть намного раньше, чем это. But I think. In a funny way. То есть я думал, мы еще раньше начнем этим заниматься. But I think. In a funny way, when we do a. Вот опять он говорит. But I think in a funny way. Но я думаю, как-то это забавно так выходит. When we do, когда мы делаем. A Queen album. A Queen album. Альбом для группы Queen. There are like four solo projects within themselves anyway. There are like four solo projects. Это и есть как четыре сольных проекта within themselves. Опять, по-моему, мы выписывали... А, нет, у нас было whereas. Within themselves, как бы в самих себе. То есть это и есть четыре отдельных проекта. Within themselves, anyway. В любом случае, это четыре соло-проекта. When we do a Queen album, there are like four solo projects within themselves anyway. Because, I mean, I have my bunch of songs. Because, I mean, потому что я имею в виду... I have my bunch of songs. У меня есть моя, дословно, охапка песен. У меня есть свои песни. Brian has... Brian has, у Брайана есть. His Roger and John. And Roger and John, и у Роджера, у Джона. So it's like four little solo projects working side by side. So it's like four little solo projects. Поэтому это как четыре маленьких соло-проекта, working side by side, работающих сторона об сторону, да, то есть вместе работающих. And then we put them all together. Then we put them all together, а потом мы их кладем все вместе. So I think that was the reason that we didn't actually go and do... То есть затем мы их просто соединяем, да? So I think that was the reason that we didn't actually go and... So I think that is the reason. Поэтому я думаю, вот в чем причина, that we actually... So I think that was the reason that we didn't actually go and... Он говорит, we didn't actually go, по которой мы не действительно пошли, то есть по которой мы не взяли и не пошли... And do... And do, и не начали делать... Solo projects earlier on. I mean... Solo projects, solo проекты earlier on. Ранее. Помните, до этого уже было earlier on. Ранее в течение чего-то, да? Вот здесь ранее в течение нашей, там, нашего сотрудничества. То есть он говорит, что мы... И так у нас получается, когда мы для Queen работаем, что у нас четыре сольных проекта, которые объединяются в один. И типа мы удовлетворяли это желание, да? Каждому слово давалось, поэтому так и выходило. Классно, что мы... До этого никто не уходил на сторону работать. And do... solo projects earlier on. I mean, if we were writing all the same kind of songs, then we would have gotten fed up and said, "Oh, I want to do my solo album first." Writing all the solo projects earlier on. I mean, if we were writing all the same kind of songs. I mean, if we were writing, я имею в виду, если бы мы писали, if we were writing the same kind of songs, одни и те же виды песен. То есть, если бы мы писали все одно и то же. If we were writing all the same kind of songs. If we were writing all the same kinds of songs, then we would have gotten fed up and said, oh. Then we would have gotten, тогда бы мы стали fed up. Feed — это кормить, в прошедшем fed — накормленный. To get fed up — это когда вас что-то достало, сыт по горло, мы говорим, да, сыт по горло. We would have gotten fed up. Нас бы это все накормило, давайте запишем. I'm really fed up with the constant rain. Мне надоел, я сыт по горло. With this constant rain, этим вечным дождем. И вот здесь, we would have gotten fed up. Мы были бы сыты по горло. I mean, if we were writing all the same kind of songs, then we would have gotten fed up and said, oh, I want to do my solo album first. And would have said, и мы бы сказали, I want to do my solo album first. Я хочу сделать мой сольный альбом first, сначала, первым. But we're all writing different songs, so... But we're all writing different songs. Но мы все пишем разные песни. Well, it keeps us interested. And it keeps us interested. И это, дословно, хранит нас заинтересованными, да, то есть
keeps us interested. Мы продолжаем быть заинтересованными. It keeps us interesting. И вот теперь предлагаю в этот раз даже не проходиться заново по словарю, потому что видео и так получается очень долгое. Я думаю, это негативно может сказаться, не может, а по-любому негативно скажется на просмотрах этого видео, так что не будем усугублять ситуацию. Если вам плохо запомнилось, просто либо по карточкам поучите, они, как всегда, есть в закрепленном комментарии к этому видео. Можете открыть, подписаться. И, кстати, в скором времени будет розыгрыш футболок. Я там придумал классные дизайны для футболок, для каждого формата, там для новостей, для фильмов, для всего подряд. Вот, поэтому те, кто подписался на карточки, будут участвовать в конкурсе. Посмотрите, там есть пост, как именно в этом конкурсе поучаствовать, что куда надо написать. Так вот, те, кто плохо запомнил слова, могут получить по карточкам, а со всеми остальными, кто более-менее нормально все воспринял и сообразил, и в состоянии переслушать, мы все переслушиваем вместе прямо сейчас. Ну или, знаете, я тут так сейчас наехал, типа только с теми, кто понял. Нет, конечно, даже если вы мало чего запомнили и мало чего поняли, все равно можете переслушать, хоть если вы там 3-4 выражения новых уловите на слух, которые мы разобрали, это уже будет просто обалденно, так что не стесняйтесь, приглашаем всех. How does it feel at the end of a day like that? Do you like your job in an evening like that? I love my job, but I hate talking to people like you. Thanks. No, do you mean? I love it right now because I said earlier on, you're the last person I'm talking to, so you probably get the best interview, darling, don't worry. I mean the whole thing like this afternoon when you have to talk to so many journalists, what goes inside? Well, it's part of my job, so I have to do it. We don't do it that often, so I mean it's like, this is the first kind of press conference we've had for a long while, you know, 3, 4, 5 years maybe. So I don't mind it. If I had to do this every day, forget it. Do you sometimes have the feeling that, I mean, obviously people are asking the same questions all the time, that it's your music is your statement and not the talking? No. I think it's more than music, you know, we're personality, so you talk about more than music. I mean, if all you talked about was music, depending on if you're a music paper, then you talk about music. But there's more to us than just writing songs. I mean, we do other things and we have characters and depends what you talk about. So I don't mind it. No. And of course people ask the same questions because some of the questions are current and they want to know about the same things. So ask me about my solo album then, huh? Yeah, what about your solo album? Oh, it's great. Of course it is. Does it sound a bit different? Yes, it sounds. I heard you had a break. Hopefully, it's not finished yet. See, so I don't know how it's going to come out. But at the moment, I've worked on it for about 2 months, 2 or 3 months, and I was supposed to finish it before the Queen tour. But I need a bit more time, and it's sounding good. It's nice to actually play with different people because I've always played with Queen all the time, and so I had a drummer from. The session drummer from Munich and a guitarist from Munich, so basically all German players, and it's made my song sound different, you know. To people outside, it sometimes feels funny that or special that there are so many solo projects, whereas the band is still going as well on the side. How would you analyze the influence of the solo stuff for the band when you come back together again? Is that an advantage that you're four strong writers who also do stuff on your own, or does it? Yes, I think in a funny way, I thought because I think this is one of the few groups that all four members write, and I thought that we'd be doing solo albums much before this. But I think in a funny way, when we do a Queen album, they're like four solo projects within themselves anyway, because I mean I have my bunch of songs, Brian has his, and Roger and John, and so it's like four little solo projects working side by side, and then we put them all together. So I think that was the reason that we didn't actually go and do solo projects earlier on. I mean, if we were writing all the same kind of songs, then we would have gotten fed up and said, oh, I want to do my solo album first. But we're all writing different songs, so it keeps us interested. Спасибо вам большое за просмотр. Как я и говорил, речь действительно была беглой, и много выражений, на самом деле, классных мы выписали, разговорных, которые вам неплохо было бы использовать и самим.
Вот, я думаю, вы получили и пользу, и удовольствие, поэтому не забывайте поставить лайк под видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и даже можете колокольчик нажать, чтобы получать уведомления о моих ежедневных выпусках. С вами был Вот это английский, всем до скорого!